Всем привет, друзья, с вами Варчик, и это такая вот пробная посылка с Алиэкспресс, заказал там брелочки, УБГ. Короче, посмотрим сейчас, что тут. Если я не убью сейчас. Так, запаковали тут просто жесть. Поход, конечно, был интересный. Почту. Я, во-первых, не знал, где она находится. Поэтому по карте шел. Под ногами лед, холодно. Я иду в телефон, такая, ничего не видно. Потому что солнце светит, жесть. Вот так вот, короче, я шел. Там еще мимо школы пришлось идти. Там все во льду, дети валяются на льду. Короче, препятствия. Прям полоса препятствий из детей была. For you and your family. Удачи тебе и твоей семье. Короче. Так, что тут? Поназапаковали. На почту пришел, добрался туда через толпы детей. Что это? Какие-то пиздюльки пластмассовые. Короче, пришел на почту, дала какую-то бумажульку, говорит, заполняй. Заполняй. Начал заполнять какие-то с паспорта слова неправильные. Понарасписывался, где попало. И там, где они должны были расписаться, и там, где я расписался, везде понарасписывался, короче, жесть. Ну, в моем репертуаре. Какую-то мне тут бумажку по БГ засунули. Ну, типа, короче, вообще похер. Еще тут это. Можно просто вокруг головы намотать и играть в танки. Классно. Нифига себе, оно тяжеленькое такое. О, нифига себе, оно железное, сука. Просто тупо железное. Блин, конечно, видно. Так лучше, наверное. Просто железно вообще, капец. На башку себе надену, буду от арты прятаться. Вот такая вот шняга. Шняжная. Можно повесить себе на нос. Я думаю, будет смотреться просто бомбически. Такой вот крючок. Вообще бомба, просто бомба. Я думал, будет какая-то дичь пластмассовая, убогая. Итак, отложили в сторону. Следующая. Топ-вещь пубгиста. Сковорода. Там еще есть такая золотая, но она сильно пластмассово выглядит. Она тупо реально железная. Тут написано PUBG. Здесь Blue Hole Incorporated Frying Pan какой-то я. Тупой по-английски, сори. Можно тоже себе на вторую ноздрю повесить. Ну и последнее, но не менее важное, это, конечно, я не знаю, куда можно повесить, оно реально большое. Вот оно больше моей ладошки. Чуть-чуть. Ну, почти размером с моей ладонь. Это, конечно, вообще пушка. Тупо бомба. Хоть где-то у меня будет всегда кар. Реально мощь. Тоже с такой вот застежкой.
Офигенная шняга. Прицел вообще жесть. Жаль, что никакой блестюльки в прицеле нету, но... Он реально тупо железный, прям аж тяжелый такой. Класс. Но я думаю, что... Всякие криворукие толстые жопы могут все-таки его сломать. Но это реально офигеть. Итого мы получаем такие вот три вещи за 1000 рублей. Тупо железные, с такими цепочками. Ну, мне кажется, они бомбические. Если вы фанат PlayerUnknown's Battlegrounds, то это вообще жесть. Шлем просто космический. Еще вот это... Тут какое-то стекло приклеено или какая-то пластмассовая блестящая шняга. Она вот в середине тут видно, что просто приклеена, но... Я думаю, что ничего с ней не случится. Вы же не будете в этом шлеме бегать. Просто офигенно. Вот такие вот три бомбические вещи. Ну, самое простое, наверное, здесь сковородка, но она как символ игры, в принципе, не менее ценная. Заказ там шел что-то недели две. Потом еще неделю я вообще забыл, что я. Ну, что оно там идет. И моя посылка неделю пролежала в почтовом отделении. Там также есть еще этот набор, стоит 1023 рубля. А также там есть еще на выбор практически любой ствол, который есть в PUBG, за 481 рубль. Там. Только одна пушка, без ничего. Там тупо разные есть всякие снайперки, ПП, пулеметы, там автоматы, гроза, там дробовик, что угодно. Также есть точно такой же, как у меня, набор, только золотой. Золотой шлем, сковорода, там. Это уже на любителя. В принципе, я получил то, что хотел. И у меня теперь стол будет не такой пустой. Тут, кстати, есть такая вот подставка. И на ней можно ставить этот кар. Ну и, в принципе, он будет стоять. Ну что. В принципе, все. С вами был Варчик. Ссылку я на эту шнягу оставлю в описании. Чтобы... Ничего не спрашивали лишнего. Всем пока.